скорее всего. Друзья, всем большой привет, с вами наша дружная компания, он позади, шимпанзе Бонни, я автор, собственно, данного канала, Дан Запашный. Друзья, я обратил внимание на то, что как только я начинаю снимать Боньку, она сразу перестает делать те вещи, которые делала. Короче, бывают очень интересные моменты, которые просто в камеру не попадают. Я подумал, почему бы не сделать такое видео, ну, в качестве наблюдения, то есть поставить просто камеру и показать вам, чем мы там занимаемся. Я думаю, должно интересно получиться. Надеюсь, что будут интересны какие-то кадры, вот, которые вы оцените. Вот, мы собираемся гулять, потому что мы только что позанимались, мы позавтракали, мы сделали все наши дела, и Боня уже ждет, когда же мы пойдем на улицу, потому что уже, друзья, весна, не так тепло, как летом, и нет такой возможности гулять круглосуточно. Вечером мы уже не гуляем, но днем у нас все-таки получается, потому что пока еще такая температура удовлетворительная. Ну, погнали. Ну что, дорогие друзья, наступил вечер, сейчас Бонька будет у нас ужинать, день сегодня прошел продуктивно, обязательно оставьте в комментариях ваше мнение, интересно ли вам такое видео, потому что, как я уже говорил, как только начинаешь Боню специально снимать, она начинает дела свои вот эти откладывать на потом, поэтому редко получается что-то интересное для вас заснять. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Дан Запашный Лайф, там очень хорошая у нас аудитория собралась, разные публикации, которые я не делаю
здесь на YouTube-канале, а также те из вас, кто хочет нас поддержать, обязательно подписывайтесь на нашу страницу в Boosty. Там преимущество в том, что вы первые будете видеть ролики, которые впоследствии тоже выходят на YouTube. Это очень хороший способ нас поддержать, и мы вам желаем всего самого хорошего, и до скорой встречи в следующих роликах. Всех обнимаю, всем благополучия и удачи. Пока. Ты у меня самая фотогеничная, лучше всех получаешься. На видео у тебя самые красивые глаза. Какие пожелания тебе оставляют зрители? Какие комментарии? Бонька у нас голодная. Да, сейчас кушать будем кушать.